Здравствуйте, с вами Виктор Батаков, и мы будем разбирать по кусочкам, по килограммам эту тонну летних новостей. Вы видите на слайде, да, достаточно образно, сейчас развяжем эти шнурочки и пойдем. Хотя новости здесь на слайде такие, как будто бы вечные. Итак, у нас сегодня не будет какой-то специальной особенной темы, да, но такие вебинары еще нужнее, еще важнее, потому что мы сходу с места начинаем говорить о важном, о главном, о том, что приносит деньги. Итак, пойдемте смотреть первый слайд. Это такой опережающий слайд, да. Ближе ко второй части поговорим о том, что с июня, в июне и с июня будет начинаться. Также достаточно большую часть сегодняшнего дня мы будем говорить про крит, про промоушен, который существует, когда бесплатно за счет компании вы можете поехать. Все здесь присутствуют, все, кто здесь сейчас реально присутствует, да, могут поехать на бизнес-форум компании за счет... Так, звук есть? Тихо говорят. Давайте попробуем чуть-чуть увеличить. Вы у себя тоже там бегунки поправьте, да, чтобы у вас настройки есть в системе. Раз, 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 как меня слышно, прием. Я поставил максимум, хорошо. Итак, мы будем говорить и про крит, про промоушен на крит, про то, как вы, все здесь присутствующие, можете поехать туда за счет компании осенью, когда у нас уже, ну, у большинства из нас холодно, октябрь, то есть совсем... А там вода плюс 23 градуса, да? Да, я вижу, приветствует нас Казахстан, Казань, да, приветствует нас, даже вижу, есть у нас сегодня Израиль, Казахстан, Россия. Ну, нормально, да, то есть когда вы подключите... партнеров из других городов, они тоже будут, из стран будут приветствовать, присутствовать. Итак, это чуть позже, да, все по порядочку. Мы поговорим про крит, но в то же самое время сейчас, чтобы вы понимали, к чему все идет, к чему новые комплекты, к чему новые баллы, к чему новые промоушены, все-таки в большинстве своем все это заточено на крит, чтобы вам было... проще, эффективнее, может быть, да, успешней, какие-то дополнительные приманки, набрать свою 1000 баллов покупок за 5 месяцев. Ведь кто-то уже в ту таблицу, которую вы увидите на следующем слайде, май же прошел у нас, да, за май кто-то напишет первые там, кто-то 110 баллов набрал в мае, кто-то 165, я маленькие цифры называю, да, кто-то напишет там 330 и заодно участвовал в час удачи в розыгрыше. Кто-то напишет 550. То есть человек стал VIP-ом, VIP, 550. А 1000 это уже такая львиная часть, да, за один месяц. Это хороший задел. Кто-то из вас пригласил одного личного партнера в мае. Считается только майские, да, и далее. У кого-то есть майский VIP. То есть этот пунктик 2 выполнен. И вот так вот эти три пункта всего. Третий пункт надо набрать 6000 баллов в двух поколениях. Тоже за 5 месяцев. Будет таблица, я вам ее покажу. Но я надеюсь, у нас останется время, мы к этому еще вернемся. То есть эта таблица, она помогает понять, она дисциплинирует, она помогает создавать цели. И, в общем-то, если бы я работал сейчас с группой своей, над таким промоушеном я бы распечатал как-то эту таблицу, да, положил перед человеком, свою бы показал, сказал, хочешь, я тебе подарю даже, да, вот это будет твоя, там, с моей подписью. Давай вписываем, что у тебя за май, какие покупки, мы говорим о прошедшем сейчас месяце, да, какой у тебя товарооборот в первом-втором поколении. И не так важно, какие цифры, потому что будут люди, которые в июле придут и за июль сделают, да, все. Но те, кто пришел уже были в мае, эти люди, конечно, имеют определенные козыри, потому что, ну, 5 месяцев можем считать. Хотя сразу скажу, и запомните, пожалуйста, то, что я сейчас скажу, потому что
В сетевом маркетинге вообще работаем с людьми, а люди любят включать непонималочку. Типа, а мы не поняли, мы не знали, мы не разобрались. Вот. Но я сразу скажу еще раз, что сейчас приглашается 20 человек. И если эти 20 человек будут сформированы за 3 месяца, например, это самое лучшее, да, то потом уже трудно будет проникнуть, трудно будет увеличить число людей. Это первый момент. Второй момент. Нас, конечно же, поджимает ситуация вне компании, да, то есть сам отель, сами отели. С ними полегче. В октябре достаточно легко найти отели, где нас ждут, и хорошо, и это Греция, это Крит, но сложнее всегда с самолетами, да, то есть чартеры как более дешевые или еще другие самолеты. То есть всегда сложнее, рейсы заняты, все, не прилететь. Поэтому в основном, я думаю, где-то в районе августа компания уже будет решать количество, откуда рейсы, из каких городов. Это важно. И потом мы уже полетим, так сказать. То есть к августу надо бы определиться. Я это сказал. Ну, давайте пойдемте дальше по итогам мая. Топ-10 лидеров компании за май месяц 2016 года. По традиции я назову эти имена и фамилии. Первое место, самый высокий чек среди партнеров компании Куралай Конурбаева. Второй чек Алмаш Акпарова. Ну, традиционно эта двойка у нас впереди, да? Третий чек Муслимхан Сейдикеримов. Вы его знаете, врач компании. Вот уже на третьем месте. Четвертое место. Вера Фирсова. Вера так все выше, выше, выше поднимается, да, но за третье, четвертое место всегда тоже будет борьба, мы понимаем. Как, впрочем-то, и за первое, второе. Пятое место. Алма Адильбекова. Шестая. Назима Старсенбекова. Седьмая. Ирина Ли. Восьмой. Нурымжан Каламбетов. Девятый. Эмиль Мухамеджанов. Опять врач. Смотрите, что происходит. Сетевики, включайтесь. Врачи делают бизнес, врачи зарабатывают деньги. Кто-то скажет, им легче, они знают, из чего организм состоит и из чего продукт состоит. Но на самом деле им сложнее, потому что они не сетевики, они как бы вот работают как умеют, да, получают хорошую помощь от компании, но все-таки сетевики. Десятый чек замыкает топ-10, очень престижная позиция, Анна Еланская. Да, вот наша десятка за май. Что еще скажу про май? Важные слова. Третий месяц подряд компания растет. Для кого-то это так сказали и мимо пролетело. А кто-то цепляет такие слова, слушает, ага, в разговоре, на подписывание с другим сетевиком, он в другой компании, он в третьей компании, он в четвертой, то есть все где-то. То есть у нас же нет беспризорников, да? Все где-то, все что-то слышали, всех куда-то зовут. Третий месяц подряд компания Fukuidan World делает прирост оборота. Ну, это не двойной прирост, да, но это такие очень солидные проценты. Как я говорю, если бы в, ну, какую страну назвать из наших присутствующих, да любую из наших присутствующих, если бы в России, в Казахстане или в Израиле за год, один год, 2016, был бы такой прирост процентный, да, были бы счастливы все президенты, экономисты, это называлось бы экономическим чудом. У нас такой прирост за один месяц. То есть, понятно, мы будем расти, расти, это все 12-кратно, 20-кратно увеличится. Но третий месяц подряд роста компании говорит о том, что мы растем. Растем по разным веткам, разным городам, странам. У кого-то падает товарооборот, бывает нормально, но значит, у кого-то растет так, что обеспечен общий рост, да? И для компании, которая все-таки уже достаточно солидная, три месяца подряд роста – это очень хороший показатель. Да? То есть это показатель о том, что мы стабильны, стабильны, еще раз стабильны. В июне я думаю, что мы вырастем тоже существенно, потому что у нас есть на это, я объявлю сегодня, все праздники, подарки, сюрпризы, сувениры, промоушены и акции. Итак, компания растет, топ-10 есть, места в десятке свободного много, несмотря на то, что все заняты, да? А, еще скажу такую вещь. Компьютер
Ну, никому не говорить. Нет, только для вас. Да, для тех, кто слушает на YouTube, кто сегодня здесь. Компьютер, конечно же, считает общий чек и показывает чеки в чек, да, вознаграждение, в том числе и компании Quidanvolt. То есть компания наверху, первая линия компании, пошли ветки. Так вот, чек компании Quidanvolt примерно в два раза выше, чем первые чеки компании. Я не дразню и не хвастаюсь, да, но это показатель работы маркетинг-плана и показатель того, как при относительно небольшом товарообороте можно иметь вполне солидные деньги. Да? Тем более, что компания, ну, это же не сетевик, да, то есть компания не старается там количество приглашенных сделать. Компания не делает как-то что-то, компания просто работает для всех, то есть и 4 человека администрации активно работают с сетью, да? Вот. Но все-таки, чтобы вы понимали, то есть мы прощупываем там чеки достаточно высокие, видим их, но объявляем только партнерские. Итак, идем дальше. Час удачи. Буквально для того, чтобы порадовать, сегодня второе число, а Татьяна Викторовна в Алма-Ате в офисе уже не только распечатала, да, участников часа удачи. Я их тоже давайте зачитаю, потому что это люди все-таки особые. Кто-то специально там дотягивал покупку до 330 баллов. Кто-то получал, ну, почти в подарок этот час удачи, становись VIP. Да, стал VIP-ом. Кто-то делал 440 для скидки, там, для доплаты, да, 60 баллов, и час удачи тоже идет в подарок, хорошо. То есть 14 человек у нас претендует на, слайда этого у меня сейчас вот нет, на 5 подарков. Я вам покажу эти подарки потом. 14 человек. Я знаю результаты, так сказать, держитесь, да. Средняя стоимость одного из подарков, условно говоря, 150 долларов, да, 200, 100, то есть, ну, такие весомые. Итак, Нурамжан Калымбетов претендует, Алма Адельбеков, что-то топ-10 сплошные, да, Кымбат Ибраева, Дарья Гойть, Тамара Танких, Елена Просина, Галина Ли, Владимир Михайлов, Богдан Жусикеева, Наталья Гагарина, Елена Денякина, Динара Аюпова, Лязат Ибраева, Фрида Шарафуддинова. Ну, кто? Пятеро, кто выиграл? Давайте я вам покажу слайды, а видео снято, но оно должно быть обработано. Видео вы увидите завтра, не раньше, чем завтра. Итак, женьшеневый чай. Великолепный, в общем-то, недооцененный слегка сетью продукт компании, уходит двум людям. Не один чай на двоих, а каждому, да, по каждому по вот этому. Он называется чай. На самом деле это вот по мне больше похоже на такое живое варенье, да, то есть там женьшень, корень жизни, даже несколько его видов и большая концентрация. Итак, Дарья Гойть и Владимир Михайлов получают по одной вот баночке, упаковочке женьшеневого чая. Аплодисменты. Skype. Я покажу, как это делается. Восклицательные знаки. Молодцы. Вот, Татьяна больше поставила восклицательных знаков. Никита аплодирует. Алма Адельбекова еще больше восклицательных знаков. Бахает чуть меньше. В общем, тренируемся, кто громче хлопает. Дарья Гойть, в каком городе у нас живет? Владимир Михайлов, в каком городе? Пишите, если вы здесь присутствуете, или пишите, если вы знаете. Да, это люди из ваших структур, ваши спонсоры, ваши партнеры. Я сразу скажу, знаю. Но я хочу, чтобы вы написали. Ну и тогда я не ошибусь. Итак, два подарка ушло. Владимир Михайлов, Шымкент пишет. Поздравления Шымкенту. Великий город вообще забирает подарки каждый месяц. Если посмотреть статистику, прямо это, ну, удача, да? Удача, она же выбирает, не мы. Следующий слайд я уже вижу. Елена Просина забирает бутылку, огромную бутылку, 750 мл, 45 грамм фукоидана наивысшей очистки в город Санкт-Петербург. Фукавел Альфа.
великий напиток. Я считаю его самым-самым великим напитком компании. Тоже, понятное дело, недооценен, потому что все покупают самое дешевое, да, по цене, но мало кто покупает то, что дороже, но лучше в 10 раз. Ну, что делать? Ой, вспоминаю, как мы пили эту бутылочку. Скоро снова пойдем на серию таких вот выпивона, да, ежедневного. Мы, по-моему, по 16 грамм разделили, поняли, что 16 грамм этого напитка это примерно 1 грамм фукоридана, да? И мы так с Людмилой 16 тысяч. За 22-23 дня каждый день все было здорово. Итак, Елена Просина, какой город? Вы не написали еще город, который у нас представляет Дарья Гойть. Пишите, кто знает. Итак, Елена Просина, Санкт-Петербург. Да, абсолютно верно, Елена Просина, Санкт-Петербург. Удача выбирает этот город и отправляет туда бутылку. Это знак. Фука-эйт. Мощнейший напиток компании. Здесь 60 граммов фукоидана, 60 граммов в 30 пакетиках. И кроме фукоидана еще куча всего ценного, да, в каждом пакетике. Итак, Нуримжан Калымбетов, город. Пишите, аплодируйте. Я смотрю, есть или нет сейчас Нуримжан Калымбетов. Тоже вроде бы топ-10. Смотрите, топ-10 и деньги берет, и подарки берет. Все они. Удача любит тех, кто барахтается. Делает, да? Все знают про ту лягушку, которая барахталась. Потом плюнула и утонула. А рядом с ней другая лягушка. Да, тоже барахталась. В молоке, да, в крынке с молоком. Вот, посмотрела на то, что утонула, говорит, я еще буду барахтаться. И продолжила. Тут выпрыгнуть не может. Вот. А молоко что там сделало? Сбилось сметана, хорошее молоко, настоящее, натуральное. Да, сметана сбилась, комок получился более твердый, села на него и выпрыгнула, да, то есть спасла себе жизнь, боролась за нее. Ну, в нашем случае мы боремся не всегда за жизнь, да, а боремся за чеки, за самореализацию, за вознаграждение. И остался у нас только один неизвестный подарочек, который даст, это у нас планшет, да, за май месяц планшет. А, Астана. Нуримжан Калымбетов. Астана, я знаю, столица Казахстана. Итак, итоговый подарок. Елена Денякина. Планшет Фукоидан Волк отправляется Елене Денякиной. Город. Аплодисменты. Город Сызрань. Если я не ошибаюсь. Могу ошибиться ведь. Нет, я ошибся. Это Алма-Ата. Нет. Санкт-Петербург. Нет. Новокузнецк. Казань. Городов много. Елена Денякина, напишите, подскажите. Вот мы распределили все подарки. Да, напишите, откуда у нас Елена Денякина, которая получит планшет. У планшета свои плюсы. Он долгий, да, то есть все-таки продукт употребил месяц, там два, все, продукт закончился. Продукт может жизни помочь, спасти где-то даже, да, защитить. Но планшет такая показательная вещь, носите, показываете, там картинки на нем перелистываете, сайт компании, все такое прочее. Итак, на июнь, час удачи, мы сделали 6 подарков. То есть компания делает некоторые вещи алогично, да. Все больше подарков. Было 5, стало 6. Да, если кто-то присмотрится, у нас подарки мы разделили, да. Смотрите, подарок первый. Женьшеневое желе. Подарок второй. Женьшеневое желе. Подарок третий. Фука 8. 10 пакетиков. 10. Есть такой продукт, мы его сейчас промотируем. Подарок четвертый. Фука 8. 10 пакетиков. Подарок пятый. Опять альфа, бутылка, все замечательно, великолепно. И подарок шестой, планшет. То есть больше шансов на выигрыш. Значит, что нужно делать в июне? 330 баллов самому, а лучше VIP. Да? И
своей группе, своим людям, своим новичкам объяснять, да прикольно, да посмотрим, да потеребим эту удачу, да, то есть как оно получится. Ну вот 6 подарков, условно говоря, на 20-25 человек. Ну, шанс-то большой, да, посмотрим. Итак, час удачи на июнь у нас объявлен. Смотрим дальше. Я даже не знаю, какие будут слайды. Вижу. Общий слайд. Я скажу общие слова про все, что это уже начался июнь. Да? То есть июнь, приготовьтесь, расслабьтесь, напрягитесь. Да? В июне, как уже написано давным-давно на сайте компании, немножечко цены на 3 продукта из 5. На 3 продукта цены немножечко подросли. На 20, на 30 и на 40 УЕ, да, по 65 рублей подросли. Но одновременно мы ввели комплекты. И если покупать в комплектах продукт, то цена получится как бы близкая к старой. Да? То есть комплекты дают определенные льготы. В этих комплектах вы получаете некие дополнительные баллы. Балловость продукта выше, да, то есть, значит, вы сможете свою 1000 набрать на крит проще, вы сможете накопленный личный объем иметь выше, спонсоры больше денег получают, и я думаю, они рады, да, это очень хорошо. Снижен у нас будет один продуктик, коробочка в подарок, бутылочка в подарок, бонус бесконечности повышенный и универсальный бонус повышенный. Ну, еще где-то там в комплекте 65 баллов, да? Деньгами – это деньги. По-моему, в данном случае это деньги. Это еще не все написано даже. Так вот, давайте пойдем по порядку. Но я что хочу, может быть, особо сейчас подчеркнуть. Здесь поставлю восклицательный знак. Бонус бесконечности повышенный. Последний месяц работает. Он уходит от нас. Возьмите по нему больше денег. Компания уже трещит по швам, выдавая столько денег и подарков. И мы ждем, когда же он наконец уйдет. Этот бонус бесконечности чуть легче будет для компании. Но для сети же все-таки мы понимаем, чеки больше за ту же работу. То есть повышенный бонус бесконечности, повышенные проценты работают только один, вот сейчас июня. А универсальный бонус, вот он, да, с мая по сентябрь. И вот первый месяц май, я знаю, я сейчас приближу, да, вот эту часть. Я сейчас приближу, и вы увидите на другом слайде, да, такие изменения. Вот. Универсальный бонус повышенный вместо 6% 7. Вроде бы немного. Вместо 6 со второго поколения 8. Угу. Вообще-то это 33% роста, да. Вместо 6 с третьего поколения 9. Это полтора раза рост. Полтора раза. За товарооборот в вашем третьем поколении. Да? Здорово. Четвертого поколения вместо 5% 10%. Двойной рост. Фантастика. И я знаю, когда правильно строятся структуры, вот там на четвертом, третьем, на пятом поколении уже так солидно. Там десятки людей, там большие товарообороты. И вот именно оплата за эту работу удваивается. Да? Тем более вы видите, что с пятого поколения 11% вместо 5%. То есть реально универсальный бонус, вы это можете посмотреть на сайте компании, офис у каждого есть, да, там есть отчеты, посмотрите в отчетах и можете так подумать, что было бы без этого промоушена. В полтора раза меньше был бы универсальный бонус. То есть подарки. Для кого-то эти подарки где-то стоят, может быть, сотни, да, баллов по 65 рублей каждый. Для кого-то, может быть, это один, там сколько вместо 6,6, да, то есть вот вы пригласили минимум человека на 110 баллов, да, партнеры, допустим. Если раньше по стандарту вам платили 6%, это 6,6 было, то сейчас в мае и в июне тоже, и все лето, заплатили этим людям 7,7. Примерно на 70 рублей больше. Но это целых 70 рублей за эту самую такую маленькую работу, которую можно сделать. Вот. То есть универсальный бонус повышен.
Я напоминаю, просто и делайте этот аргумент. Приходить в компанию хорошо, когда она больше платит, чем в норме, да, больше нормы. Бонус бесконечности. Последний месяц, все. И именно вот в этой вот зоне, где потребитель 2 звезды, менеджер 1 звезда, да, достаточно легко выйти на эти товарообороты, иметь такой лидерский групповой объем. А лидерский групповой объем – это весь объем покупок в вашей группе, кроме самой большой ветки, да? То есть он показывает именно квалификацию. Оплата идет уже по всей структуре, по сильной ветке, по слабой и так далее. То есть, как вы видите, многие сейчас уже привыкли по бонусу бесконечности получать гораздо больше, да? Там вместо 10% 16% – это гораздо больше. Этот промоушен тоже существует в июне. Да? Берите деньги, что называется. Курс, еще раз подчеркиваю, весь год у нас стоит этот курс одинаковый, с прошлого года даже, да? Поэтому стабильность. Стабильность – это хорошо. И вот мы сейчас поговорим про два продукта. Они подорожали. И Альфа и Эйт, да, подорожали немножко, стали стоить одинаково, 230 условных единиц. Почему одинаковая цена? Я вот такую преследовал в этом, да, цель. Несмотря на то, что самого фукаидана в Эйде больше, здесь 60 граммов фукаидана, а в Альфе 45 граммов, да? Но они действительно очень близки по силе, по, ну, скажем так, всем характеристикам, которые в них заложены. Но сама бутылка уже что стоит, да? Тем более к этим 45 граммам фукаидана добавлен еще фукоксантин, это тоже из водорослей. То есть то, что в принципе делает их равными, они равные по силе. Но у одного свой плюс, у другого свой плюс. Например, пакетики фукаида вы можете там дарить, можете угощать, как я показывал. А вот у меня этот пакетик, помните, я его надрезал при вас, да, на одном из вебинаров, вылил немножечко в ложечку, там размешал водички, выпил. Мне тогда хватило вот этот пустой пакетик на 5 дней, по-моему, так, по ложечке. То есть вот эти 2 грамма фукаидана плюс остальное, да, 20 грамм уже весь пакетик, мне хватило тогда на 5 дней. То есть почему? Я снизил, сейчас скажу, сразу снизил потребление не потому, что как-то чего-то, а для того, чтобы проверить, а если примерно треть грамма употреблять в день, то как я буду себя чувствовать? Потому что я провел полностью даже с избытком, да, 100 грамм за 100 дней программу. Я человек достаточно здоровый, чувствую себя достаточно здоровым. Вот разные эксперименты делаю. Вот этот пакетик остался. То есть он лежал в холодильнике 5 дней. Да, скажу, как было, с прищепочкой вот здесь вот так вот, чтобы не вылился. Такой маленькой прищепочкой, специально деревянной, экологически чистой. Итак, что вы видите самое главное? 2 месяца активности. Это великий эксперимент мы делаем сейчас в июне. Может быть, он будет продлен дальше, да, то есть эксперимент должен показать, интересует ли кого-нибудь в сети одной покупкой сделать 2 месяца активности. На один месяц упадет 110 баллов, на другие 60 баллов, чтобы компьютер увидел активность. Да? Активность у нас сейчас 60 баллов. То есть покупаю один раз, а на следующий месяц могу в компании ничего не покупать, потому что эта покупка засчитывается за 2 месяца. Ну, у нее сумма большая, 230 условных единиц. Но, в общем-то, получается 115 за месяц. Да? Это даже дешевле, чем напиток покупать. Фукуидана гораздо больше здесь, чем в напитке. Как-то вот зашкаливающе больше, да. Поэтому я надеюсь, что кто-то, может быть, будете еще спрашивать, может быть, будем еще объяснять, но 2 месяца активности, повышенные баллы, ведь вообще-то плюс 60 баллов мы сейчас добавили к этому продукту. Что это за баллы? Это баллы, которые, ну, балловость продукта для чеков, для расчета в маркетинге. И в данном случае эта активность на 2 месяц перекидывается. Поэтому
Это очень и очень интересное предложение. Просто фантастически интересное предложение. Среднемесячная активность получается 115 единиц. А среднемесячная граммаж фукоидана, ну, по 30 грамм, считайте, да, 30, там, по 25. Напишите, пожалуйста, кто все понял. Ну, то есть все понятно, хоть кому-то. Потому что это новое. Есть компании, которые, сделав такое, ничего больше не делают полгода, и полгода тиражируют. Смотрите, у нас продукт купил 2 месяца активности, купил 2 месяца активности, повышенные баллы, мы перекидываем на 2 месяц активность. То есть, грубо говоря, компания дарит активность за 2 месяц. Вот так вот. Да? Одну активность в подарок. Это интересно, пишет Алма Адельбекова. Да, это интересно, да, потому что как-то 115 это меньше, чем 130. Фукайдана больше. Да. Продукт такой, который мощнее. Это интересно. Идем дальше. Акция 8 плюс 1. Очень знакомая акция для старожилов компании. 8 плюс 1. Покупаешь коробку Фукайдана и получаешь одну бутылочку в подарок. 8 плюс 1. Акция так называется. В июне мы ее делаем. И, как вы видите, это гораздо лучше и интереснее, чем было в прошлом месяце. Да? То есть некоторая компенсация за подъем цен на одни продукты, компания на другой продукт, на Фукуидан, напиток, чуть-чуть, так сказать, снижает, делает интереснее. Заплатил за 8, получил 9. Классно. Одну себе, 8 продал. Ну, как-то маловато, но может быть. Вот. С этой акцией все ли понятно? И я помню, когда мы ее делали в октябре прошлого года, это было все, вот есть акция, одна бутылка в подарок, здорово. А как вы видите, сегодня это одно из многочисленных предложений компании. То есть я понимаю отлично, что вам даже сложно рассказать человеку все, что есть в компании хорошего, потому что это много всего хорошего. Но когда вы видите перед собой конкретного человека, вы говорите то, что ему нужно, ему понятней. Если его интересует излечение, то есть ну, больной, да, диагнозы есть и диагнозы тяжелые, тогда, конечно, излечение это нужно идти к тем продуктам, которые содержат большое количество фукоидана. Если бизнес и поддержка здоровья, на напитки запросто можно, тут еще и подарок, да. Понятно, с напитком. Идем дальше. Кстати говоря, вот эта позиция, так как она новая, 8 плюс 1, в магазине на сайте компании оказалась на второй страничке, там 10. На одной страничке 10, 3 сейчас кажется, на другой. То есть ищите, пролистывайте этот магазин, да, мы, может быть, что-то поправим за месяц, чтобы было видно лучше. Но сейчас это на второй странице. Самое интересное оказалось малозаметным. Безобразие. Вот они цены. Смотрите, пожалуйста, цены. Все то, что я сказал, вы видите. Этот слайд возьмите, он будет на сайте, он будет где-то в социальных сетях. Просто себе его на компьютер, хоть на главный экран, на десктоп, чтобы вы ориентировались. Да? 230 стоит, значит, у нас 8 и альфа, но на 2 месяца активность. Второй месяц в подарок активность. Да? У нас появился за 95, можно купить себе и активность, и купить десятку пакетиков Эйда. Это уже было. 2 недели это уже было, да? Алма Адельбеков пишет, это интересно. Да, у нас столько интересного. Порошок стал немножко дороже, но баллы существенно тоже увеличились. То есть для тех, кто делает бизнес, присмотритесь. Чем больше баллов, тем легче поехать на кредит, тем больше чеки, да, и так далее, и так далее. А у нас нету специального слайда сейчас про порошок, я задержусь, давайте. Возьмем, посмотрим вот эти 50-граммовую баночку. 50 граммов порошка фукоидана. Там еще в него входит, может быть, 8 граммов из этих 50, это гриб шиитаке, да, ну или 10. Около 40 это чистый фукоидан. 95% производства компании, вы знаете какой, да, Хайвон Биотек.
и мы контачим, и большая дружба у президента компании Фукуидан Волт Виктора Николаевича Куриленко с президентом компании-производителя Джозефом, да, Джозеф Джен. Так вот, здесь 40 грамм Фукуидана, чуть-чуть больше. Ну ладно, 40 напишу. И знаете, ко мне тут обращались кто-то и говорил, а вот у конкурентов тоже есть, у друзей наших, да, которые популяризируют Фукуидан, добились больших успехов в популяризации, что у них тоже есть порошок. Я говорю, здорово, пускай популяризируют, потому что, ну, места много, всем хватит. Выяснилось, что там порошка в 2 раза меньше, а цена дороже 190. То есть там 20 грамм, у нас 40, плюс еще шиитаке гриб. То есть получается, что пока что у компании Фукуидан Волт это так и есть. В 2 раза занижена цена. Поэтому то, что мы подняли сейчас, компания подняла немножечко на порошок на Эйд и на Альфу, компания еще не выставила ту реальную стоимость, которая должна быть. Да? Мы идем поэтапно, медленно, ну, без шокотерапии. Занижен цена на грамм в 2 раза примерно. Это надо понимать, и именно поэтому у нас вообще конкуренции нет. Если мы продаем лучший продукт в 2 раза дешевле, а товаров в 2 раза больше, ну о чем разговор? Так, ну что у нас тут? 8 плюс 1 я уже сказал, да? То же самое 10 баллов скидочка, условных единиц скидочка, и одна бутылка в подарок. Рабочий такой слайд, я думаю, что он вам всем пригодится. Подробнее про комплекты. Все три комплекта сейчас назову. Три у нас новых комплекта. Потом покажу слайд, тоже общий со всеми тремя комплектами. Итак, VIP-комплект. Пока еще можно VIP, вот эти 550 баллов, набрать любым способом. Ну, абсолютно любым. Вы покупаете на 550 баллов, и тогда вы превращаетесь в очень важного партнера. Мы пишем с применением американских букв партнер. Здесь пишется ЙО исключительно русское, и тут опять АТР. Вот такой партнер, да, VIP. Можно сейчас набрать любым способом. Но для удобства сделан комплект. Если сложить все товары, которые туда входят, то получится только 550 баллов. 540, вернее, да? И вот эти плюс 10 компания дарит. Чтобы получилось 550, чтобы вы стали VIP-ом. Это первое. Второе. Каждому, кто купил такой комплект, 65 условных единиц идет на счет компании. То есть можно считать это некоторой скидкой. Эти деньги приходят на счет компании. Вы заходите в офис, открываете свой счет, видите деньги, и вы можете на следующий месяц на них что-то купить. Ну и в тот же самый месяц можете купить. Вы можете их переслать другому партнеру, объединить, да? То есть это живые настоящие деньги, на которые вы можете использовать для покупок. Это очень хорошо. Это очень и очень здорово, да? То есть скидочка на 65, подарок такой, и добавляем баллов, чтобы стать VIP. И как вы видите, здесь продукты все без напитка, потому что напиток отдельно можно покупать, там еще отдельный подарок есть, да? То есть напиток, кто хочет, докупает. Но я бы очень хотел, чтобы новые VIP, новые партнеры в статусе VIP покупали такой комплект. Просто вот объясняйте им. Да, 710 денег это довольно много, но человек получает все лучшее, что есть в компании. Все образцы, кроме напитка. Но напитку вам бутылочку можете дать, да, подарить или продать. Вот. Потому что если бы мы добавили сюда еще напиток, то могло быть немножечко зашкаливало бы, да? Посмотрим. VIP-комплект. Я объяснил. Следующий комплект – комплект удачи, который позволяет участвовать в час удачи и в который входит опять-таки три очень интересных, очень главных и очень важных продукта компании. Что здесь у нас получается? Если сложить все продукты по одному, получалось 105 баллов. Компания подарила 25 баллов, чтобы вы набрали 330,
личный объем 330, спонсоры получают чеки с 330, вы участвуете в час удачи, вы набрали треть почти нужной суммы, чтобы поехать на Крит, да, там 1000 надо набрать, 330 уже есть, и еще 25 на счет компании на будущие покупки. Здорово. Это считайте как скидка, да, но это бонус на ваш личный счет. Вы купил и заработал, да, мечта. Купил и заработал. Комплект удачи. Ясно. И самый, может быть, главный комплект месяца. Третий. 4 плюс 1. 4 коробочки покупаешь. Все вместе они стоят у нас 400, значит, 40 баллов получается. И плюсиком, да? В подарок одну коробку. То есть 25% в подарок дополнительно. Купил 32 бутылки, 8 в подарок, получил 40. Здорово? Кто у нас лучше всего отвечает в чате? Напишите. Алма Адельбекова, напишите. Это интересно, нет? Так, конкретно про 4 плюс 1. Лето, жарко, напиток получаете, да? То есть, что сделала компания? Немножко мы вынуждены приподнимать цены на фукуидано содержащие напитки. И мы опускаем, ну, грубо говоря, опускаем стоимость, даем льготы, даем подарки на напиток жидкий. То есть так на так всем хорошо. Всем очень и очень хорошо. Третий комплект. И вот вы посмотрите этот слайд, потом себе добывайте, да, все три комплекта. На все лето, это не только на июнь, это на все лето. Мы проверяем, смотрим, как оно получится, сколько будут их покупать и так далее, и так далее. Если есть вопросы, пишите про вопросы. Да? Это очень и очень хорошо. Все, конец слайдов. Давайте обратным ходом. Я думаю, что есть какие-то вопросы, вы мне их задайте. Да? Обязательно задайте. Потому что основные вопросы касались таких вещей. А можно ли постепенно в течение месяца покупать сначала одну, потом вторую, потом третью, потом четвертую, а потом прийти за пятую и сказать, а пятую отдайте мне бесплатно. Вот, так нельзя. Дело в том, что комплект – это комплект. Это в магазине на сайте как единый такой продукт, у него другая номенклатура. Купил 4, получил 5. Все. Ну, если только спонсор как-то там схимичит, да, то есть вы ему дали денег, а он из своих запасов на коробку. Вы ему дали денег, он из своих запасов на коробку. Вы ему снова дали денег, он на коробку постепенно. Вы ему говорите, слушай, так у меня же уже получился VIP-комплект. Он так, ладно, давай оформим все это как VIP-комплект, получишь 5 штук, мне вернешь 3 коробки. Да? Ну, такая может быть, не взаимовыручка, да, а взаимная работа, возможно, там, где люди думают, где люди помогают друг другу, где люди купили и покупают продукт себе не в избытке, а в достаточном количестве для ведения бизнеса. Да? То есть они покупали себе VIP, то есть у них есть некий продукт, они могут своим новичкам сразу быстро дать, пока там придет продукт новичков. Подарок. Вот, ответил на этот вопрос. С комплектом удачи все понятно у нас. С комплектом VIP та же самая история. Кстати, через месяц, ну чуть-чуть дольше, да, будет Академия VIP в начале июля, как мы и говорили. Дату определим чуть позже, но мы делали в прошлый раз в субботу, поэтому там не такой большой вариант выборов. Второго не будем делать. 9 или 16, там надо еще посмотреть. Скорее всего, да, то есть будет Академия VIP. И, конечно же, новые VIP все могут туда приходить. Мне сегодня уже задавали вопрос, а можно ли стать VIP, покупая не комплект, а что-то другое? Да, можно, я уже отвечал, надо 550 баллов. То есть, например, вот через Фукуидан.
Этот вы купили 440 баллов, да, с подарком. И еще купили отдельно 110 баллов с бутылочкой. Вместе получилось 550. У вас подарок и бутылочка, и коробочка. 9 бутылок в подарок. И 550. Можно стать VIP-ом на напитки. И вообще на любом другой, на любой комбинации, главное 550 или выше. Можно? На этот вопрос я ответил. Так, Куралайка Нурбаева пишет. 4 плюс 1, любимый промоушен команды. Ну вот, дошли, значит, мы и до любимого. Делаем лето, пить, употреблять. Как видите на слайде, да, 8 наименований, 8 товаров. Хотя реально у нас продуктов только 5, но что-то раздроблено на кусочки, чтобы было удобно. Да? 8 продуктов, 3 комплекта. Все, 11 наименований в магазине. Это легко, это несложно. И что важно, знаете, ну вот сейчас дошло до слайда с активностью 2 месяца. Компания всеми силами делает возможность вам вести бизнес, переключаться на бизнес. Да? То есть от продукта на бизнес. Например, как же это нарисовать-то? Давайте здесь нарисуем. Вот вы рассказываете новичку. Он говорит, что я должен делать, чтобы зарабатывать. Он же так спрашивает, что мне нужно делать, чтобы я зарабатывал. Вот вы отвечаете. Ну, возьмем сначала минимальную схему, по которой вы говорите ему, если ты идешь по минимальной схеме, то ты начинаешь с минимума, делаешь минимум, а зарабатываешь около минимума, да? Но все равно есть очень большие шансы, если человек все делает правильно. Итак, начинаем с минимума, со 110 баллов покупки. Минимум у нас это как раз-таки сейчас напиток 130 УЕ, и бутылочку в подарок, да, купил он. На следующий месяц минимум какой? 60. Надо купить продукт на 60, потому что только постоянные клиенты компании зарабатывают чеки. Следующий месяц надо купить продукт на 60. Это будет желе женьшеневое. Следующий месяц на 60. Новичок в испуге спрашивает у вас, что я каждый месяц должен все покупать, покупать, покупать и покупать? Вы ему отвечаете, да, конечно же. Ты же становишься покупателем элитного магазина, ты будешь постоянным покупателем. И очень скоро, если ты работаешь, эти покупки ты будешь делать бесплатно за счет компании. Тебе еще будут добавлять сначала 500 долларов, потом... Даже чуть не поперхнулся. Хотел сказать, после 500 5000. Нет. 500 долларов, потом 1000, потом 2000 в долларах. Да, я говорю в условных единицах. Да. Если ты готов стать постоянным покупателем и из своих доходов инвестировать минимум 60, вот у нас сейчас активность, есть продукт такой, да. Вот, это твои затраты. Понял? Понял. А зарабатывать-то сколько будет? Ага, смотрим. Зарабатывать ты будешь от того, как ты приглашаешь людей. И как ты им помогаешь тоже делать покупки. От товарооборота ты будешь зарабатывать. Но сейчас, по маркетинг-плану, большинство лидеров зарабатывают где-то от 10 до 15% от созданного баллового товарооборота. То есть, создал товарооборот на 1000, получишь, ну, наверное, 150, да? Создал на 2000, получишь где-нибудь, ну, может быть, и 300 запросто, ну, может быть, 270. Создал товарооборот на 10 тысяч, 15%, 1500, ну, может быть, 1200 заработаешь, может быть, и 1000. Зависит от того, насколько ты работаешь хорошо, правильно, много, то есть нужно иметь несколько веточек, покупки в несколько веточках, то есть выполнять какие-то нормативы. И вот здесь вот, когда у тебя первая зарплата там маленькая, 100 долларов, да, 60, надо купить продукт. Вторая зарплата 200, 60, надо купить продукт. Третья зарплата 300. Ну, в жизни может быть не так, да, согласен. Надо купить продукт. И человек, давайте другим цветом нарисую, ему очень нравится, что его зарплата растет. И вот это, то, что его зарплата растет в связи с его работой, должно
быть доминирующим в голове. Я работаю, у меня зарплата все больше, больше и больше. Я работаю, у меня зарплата все больше. Она может упасть немножко вниз, может, да, какой-то месяц опять подрасти. Зависит от того, как вы используете промоушены компании, как вы работаете. И в какой-то момент вот все лидеры, там, топ-10 компаний, да, легко, абсолютно легко, со своих доходов делают покупку следующего месяца. Я даже больше скажу, редко кто покупает на 60. Очень редко. Ну, по-моему, сейчас какая же у нас структура самая такая, шестидесятница? Сызрань, кажется, нет? Я ж, может быть, ошибаюсь. И я готов сказать, молодцы, берете продукт на 60 баллов и получаете деньги, как ого-го. Это минимальная работа. А как выглядит максимально, знаете? Вход на 550 баллов и выше, то есть VIP вход, соответственно, обучение, наличие продукта, собственный результат. Следующий месяц покупка. Да, в общем-то, те же 60. Может быть, этот человек 110 покупает, да? Напитка ему там не хватает. Или даже покупает порошок, там 140 баллов. Иногда на 60. То есть, с точки зрения личных покупок, потом ежемесячных, да, не очень-то большая разница, может запросто покупать на 60. Но вот его кривая роста вверх по деньгам, в общем-то, стремится быть более надежной, более активной. Почему? Потому что это человек другого уровня. Он вошел на VIP, он сделал покупку в 5 раз выше. У него есть ассортимент, он знает, зачем он это делает. Он обучается. И поэтому его чеки и растут более надежно, более уверенно. Ему, может быть, жалко инвестиции, он их, чтобы не забывает про них, и он их отрабатывает. Когда купил просто продукт, выпил, съел. А, рукой махнул, в другой компании купил, выпил, съел. В третьей купил, там руки помыл, голову помыл. Все, да? Но когда человек делает инвестицию более серьезную, VIP, он о ней помнит. И он более серьезно относится к этому бизнесу. То есть внешне, в будущем, в общем-то, дела одни и те же. Но вот этот начальный старт, как человек начинает, это очень и очень много чего значит. Очень серьезная разница. Итак, бонус бесконечности. Не забывайте, последний месяц, да, бонус универсальный просто озолотил сейчас всех. Давайте вернемся к той картинке, которую я показывал. Я буквально 3 минуты сейчас скажу про обратным ходом. Листаем слайды. Вот. И есть люди, кто сюда вписал 110. А есть люди, кто сюда вписал 550. Вопрос к вам лично, присутствующим здесь. Вы туда что вписали? Личная покупка за май? Целитесь ли вы на этот крит? Когда человек писал 550 или 330, да, или 440, даже 220, я очень четко понимаю, этот человек, даже если не думает и забыл про крит, но его туда вот удача подтягивает, он делает необходимые действия. Когда человек покупает на 110, на 60, на 75 баллов, он как бы хоба, крит мимо меня. Самый большой подарок, который компания может сделать сейчас вам, это поездка на неделю с нами, со всеми на великолепный греческий, теплый, благоустроенный остров Крит. Я надеюсь, что никаких форс-мажоров не будет и все будет там. Это подарок для тех, кто покупает, для тех, кто работает. Да? И эти люди еще и деньги получат, очень хорошие деньги. То есть Крит, как промоушен, создан для того, чтобы 20-30 человек научились туда хоба, а потом вас засосет, вам понравится, вы будете делать первую линию, будете им помогать, будете второе поколение делать, будете им помогать, и все будет хорошо. А ведь есть кто-то, кто уже здесь, вот какие цифры вы вписываете за май в товарооборот в первом-втором поколении? Какие? Да, я скажу, неважно какие, потому что еще можно успевать, но все-таки впишите обязательно, добудьте эту табличку, скачайте этот Word, она есть в Word у вас, у каждого в личном кабинете на сайте компании, в дополнительных материалах, да, скачайте и начинайте заполнять.
Май уже не изменить. У кого-то здесь там может быть тоже написано, допустим, 600, да? Май не изменить. Но можно изменить июнь, июль, август. И очень может быть, что где-то вот здесь пройдет та черта, после которой промоушен как бы захлопнется, все. Это будет связано либо с билетами, самолетами, отелями, либо с тем, что уже набрали 20 человек. Поэтому все-таки удовольствие не растягивайте на все 5 месяцев. Да? И вот этот вот, это очень важно, лично приглашенный партнер. Вами лично приглашенный партнер. Если вы его, этого человека, это же самый лучший член команды, самый лучший работяга, да, VIP в вашем первом поколении, да он придет, и он создаст такую первую линию, что у вас 6 тысяч получится, да. То есть нужно с него начинать, его, то есть всеми силами ищите VIP в первое поколение и делайте свои покупки, остальное почти автоматически получается. Вот это то, что я хотел сказать про Крит. Надеюсь, вопросов нет. Я максимально подробно, если есть, пишите, максимально подробно про все рассказал. Положение о бизнес-форуме вы можете взять на сайте компании в своем личном кабинете. Берите, смотрите, там та же самая табличка есть. То есть все у нас великолепно. Это лето компания, ну просто, так скажем, разминается перед великими победами, которые будут осенью и зимой, да, но летом мы растем, мы 4 плюс 1 акция промоушен, у нас 8 плюс 1, вот, у нас сейчас еще работает повышенная оплата по бонусам, у нас за 2 товара 2 месяца активности, да, подарок. Подарков много, спасибо вам, я вижу, что вопросов я не вижу. Я надеюсь, что мы с вами сделаем очередной рывок июньский. На следующий четверг на этой великолепной высокой сцене на вебинаре компании будет работать партнер компании. Да, я, может быть, не скажу, кто. Там спрашивайте, кто. А может быть, скажу. Нет, сейчас не скажу. Давайте не скажу еще. Да? Будет работать партнер компании. Не я вот в статусе вице-президента, а человек, который строит сети, который тоже будет работать в следующий четверг. И обязательно приходите, потому что это очень и очень интересно, да, потому что Фарида Шарафутдинова умеет говорить, знает, что говорит. Немножко с уклоном в сторону продукта будет школа. Я даже не скажу, что это будет вебинар, да, это веб-школа будет. Вот, и мы обязательно, кому повезло, послушаем до того, что-то еще усилим и вперед. Следующий четверг, значит, явка строго обязательно еще больше. До связи, с вами был Крит.